Утро. Есть очень много разницы между ашканазскими и сфарскими законами. Одна разница – это когда говорят «кадиш», надо стоять или нет? Вот этот вопрос. Шляхтич говорит «кадиш», людям сидеть или стоять? Ашканазские люди, они все стоят. Они показывают «кадиш» уважением. Ариа Кадош, каббалист, кто жил 500 лет назад, говорит, что стоять не обязательно. Можно сидеть тоже. Но если уже человек говорит, стоит, тогда он должен стоять до конца, пока он не закончит кадиш. А человек, который сидит, он хочет встать. Когда все сидят, и он хочет встать, нельзя. Почему? Потому что он показывает гава. Он говорит, вот видите, вы все сидите, я, говорит, стою для кадиша. Он себя показывает. Вот эта работа уже нельзя. Если человек сидит, должен сидеть. В одном кадише мы стоим все. Это в пятницу вечером. Когда мы говорим Баруху и говорим Кадиш, мы там все должны стоять. Почему? Потому что там мы принимаем на себя второй нишама на шаббата. Там и надо стоять. А все другие кадиши можно сидеть и сидеть отвечать. Амин.